Всем привет! Давайте покажу снасть. Многие в видеоролике про ловлю чихони спрашивают, какая снасть там и так далее. Проще один раз показать, чем тысячу раз рассказывать и писать. Значит, спиннинг. Ну, ловлю с лодки, поэтому спиннинг как бы не критичен. Можно и двухметровым бросать, но у меня 2,70 и трехметровая. Вот, это у меня жереховые спиннинги, поэтому ловлю, скажем так, то, чем есть. Основная снасть вяжется на чихонь. Скажем так, когда мы ловили жереха и в прилове стала попадаться чихонь, попадалась она на мелкий пилькер или костмастер маленький, либо на бороду, которую вязали выше костмастера для жереха. Тогда был сделан эксперимент, были бороды уменьшены до вот такого размера. Это на одинарном овнеровском крючке. Бороды не из шерсти, я попробовал дождик, он работает намного лучше. Обычный новогодний дождик, вот в данном случае это из красного дождика бородка. Здесь вот шерстяная нитка красная и тоже несколько ворсинок новогоднего дождика, тоже работает. Это так называемая поролонка. Вот три хвостика поролона, вот так вот они растопыренные. Имитация опарыша, можно сказать, не знаю, но тем не менее работает. Вот эта поролонка шикарно работает. Ну, бывает по-разному. Иногда бывает очень хорошо берет на красный дождик, он у нас является, остается фаворитом. Иногда хорошо ловится на поролон. Ну, на красный дождик ловится почти всегда. А в прошлом году перед новогодними праздниками нашел, случайно попался на глаза какая-то мишура новогодняя, там такой был на люрикс очень похожий дождик. Вот он с трехмерным таким 3D графикой, он такой блестит салатово-зелено светло таким серебристым оттенком. Вот, и тоже себя хорошо зарекомендовал. В прошлом году чихонь его одобрила, ловилась шикарно. Вот на каждой мухе неизменно есть либо белый, либо красный кембрик. Вот это создает тело, ну, чтобы был объем оснастки. Значит, как вяжется снасть, сейчас покажу. Давайте одну выпутаем. Тут две лежит. Значит, это основная леска, сечение 0,4 я беру. Тоже не критично, но из 0,4 удобнее вязать и гарантированно на узлах останется крепко, потому что на эти бороды иногда ловится, когда ловим чихонь, иногда в прилове попадаются жерехи 2-килограммовые и более. Ну и хотелось бы, чтобы снасть таки выдержала такую нагрузку. Вот. Значит, берем основной лески 0,4, сейчас скажу. Где-то в районе метра, может чуть больше. Ну, мне спит, да, больше метра, где-то 1,30 м. Вот у меня спиннинг позволяет трехметровый, поэтому я беру такой хвост. Значит, отступаем. Вот здесь у нас на застежке вешается бомбарда. Это у нас медленно тонущая спирулина. Здесь 30 грамм. Медленно тонущая хороша тем, что она позволяет нырять на разные горизонты и облавливать от дна и выше. То есть я после заброса делаю паузу. Эта спирулина медленно тонет, заглубляет снасть. Когда я считаю нужным, начинаю медленно подмотку и прохожу в этом горизонте, либо плавно поднимаясь к поверхности. Все зависит от скорости проводки. Значит, отступаю сантиметров, сейчас померяю, где-то сантиметров 50-70, и вяжу такую глухую петлю на леске, на основной, для соединения петля в петлю поводочка с бородкой. Поводок с бородкой имеет маленькое расстояние, там 3-5 сантиметров, и цепляется петля в петлю. Вот давайте крупным планом покажу. Сейчас. Не знаю, видно, не видно. Сейчас попробуем. Вот так вот крепится. Вот такая петля делается. И петля в петлю делается крепление поводка. Вот. И вверху это... Да, на этой вставке я делаю когда 3, когда 4 бороды. Ну,
больше, наверное, нет смысла, потому что достаточно получается порусящая снасть, дистанция броска сокращается. Да если через стаю тянешь, то 4 чехонины тянуть достаточно геморройно, проще их ловить по 2, наверное. Вот, но я вижу 3 бороды. Вот такая снасть на чехоне. Вот здесь на второй тоже хорошо видно. С красного юрикса, с красного дождика, вот такие бороды. Ну, пожалуй, и все. Ну, катушки вот такие, я не знаю, Дайва Экселлер, Дайва Калдия. Размер большой, 3500, потому что бросать приходится далеко, на длинных дистанциях, и проводка дольше. Чем снасть дольше находится в воде, тем больше шансов найти стаю проходящей чехони. Спасибо всем за внимание. Приходите на наш канал, узнаете что-нибудь новое и интересное. До новых встреч!